Здравствуйте, как меня слышно? Давайте проверим обратную связь. Дайте звук, все слышно, все здорово. Итак, поздравляю с праздником мужчин, 23 февраля сегодня, наших партнеров. Здоровья, счастья желаю и всего остального. Теперь к сути. Начинаем. Агенты по мобильной связи. Добавляйтесь как можно активнее. Сейчас, в данный момент, уже можно заказывать сим-карты. Прям начинайте. Сейчас я все расскажу подробно, как стать агентом. Начнем. Первое. Еще раз по предложению пройдем. Что мы будем предлагать? Непубличные тарифы со скидкой в 30-50%. Они дешевле от публичных, то есть они выгоднее. И кэшбэк – это возвратная скидка, которую будут получать абоненты, которым вы реализовали сим-карты. Кэшбэк в размере 7%. 7% будет возвращаться абоненту, которому вы реализовали сим-карту, в личный кабинет. То есть абонентом может быть абсолютно любой партнер, также может быть потребитель и также может быть пользователь. То есть это тот человек, который не является партнером международного автоклуба и который, может быть, даже и не знает, что есть сайт такой, международный автоклуб. Я позже расскажу, как регистрировать пользователей. Дальше. Агент. Вознаграждение агента. Агент получает дополнительно 1% с потраченной суммы абонентов. То есть, если абоненту по маркетингу второму начисляется 7% в личный кабинет и по маркетингу расходится на 9 уровней вверх, да, то агент дополнительно получает 1% еще с потраченной суммы абонентом. Абонентов у вас будет очень много. Вот я на это расчет и на это надежда вся, что вы зарегистрируете реально много абонентов, много пользователей. То есть помимо того, что под вами будет много пользователей, по маркетингу второму вам будет возвращаться кэшбэк от каждого пользователя с его мобильной связи и еще дополнительно от каждого 1%. То есть сумма достаточно внушительная будет при надлежащем объеме подключения. Привлечение, возможность привлечения новых агентов. То есть это тоже такой большой плюс. Задают вопрос партнеры, можно ли в одном городе работать двум-трем агентам. Да без проблем. Чем больше агентов, тем лучше. В любом населенном пункте у всех есть мобильные телефоны, все пользуются мобильной связью абсолютно. Вот. У каждого человека свой круг знакомых, свой круг друзей и контактов, с которыми данный партнер общается, да. Вот, поэтому не завязывайте на себе весь функционал агента. То есть вот только я агент, например, нахожусь в городе Новосибирске, только я в городе Новосибирске буду агентом, только у меня можете приобрести сим-карту. Это изначально неправильно. Объясню почему. Потому что у вас свой круг, у других партнеров свой круг, да, общения, и вам выгодно рекрутировать агента еще одного, да, например, если это даже человек со стороны, рассказать ему, что таким способом можно заработать, подписать его под себя, и чтобы он реализовывал эти сим-карты, по маркетингу второму с него получать. И в вашей же структуре, в вашем городе есть еще люди, пусть они становятся агентами, то есть это очень хорошо. Чем больше партнеров, тем лучше, потому что маркетинг второй, он работает. И вы знаете, что если по маркетингу второму зарабатывает, то есть получает возвратную скидку какой-либо партнер, который находится там в четвертой, в пятой линии, да, под вами, вы в любом случае зарабатываете. Вот. И вы всех людей, всех абсолютно людей вы не обработаете, вы всем не донесете информацию по мобильной связи, что есть классное такое предложение. Вот в своем городе у всех вы всем информацию не сможете донести. Поэтому делитесь, и не нужно на себе завязывать вот этот функционал. Чем больше агентов, тем лучше. Вы будете с этого зарабатывать. Так, вопросы я вижу, что есть. Попозже я на них буду отвечать. И также сегодня на вебинаре опять у нас представитель о мобилизации. Это дилер Мегафона Дмитрий Дробяк. Он позже выступит. Далее, как стать агентом, что для этого нужно. Первое, в раздел обучения вам нужно зайти и скачать анкету
и отправить ее по тому алгоритму, который указан в разделе обучения. То есть анкету скачиваете, она в разделе обучения находится. Также запись вот сегодняшнего вебинара тоже будет в разделе обучения вот в первом уроке. Отправляете анкету на указанную электронную почту. Позаботьтесь о том, чтобы в момент отправки анкеты руководитель вашего офиса и либо член совета лидеров подтвердил вашу кандидатуру в чате службы технической поддержки, ну и, соответственно, специалист технической поддержки свяжется с председателем лидерского совета вашего города для подтверждения вашей кандидатуры как агента. Вот, если ваша кандидатура подтверждена, минимум руководителя офиса, если отсутствует председатель совета лидеров, то тогда мы вашу анкету, ваши данные передаем в мобилизацию. Мобилизация уже, соответственно, представитель связывается с вами для заключения агентского договора и отправки вам сим-карт для реализации. То есть все инструменты вам для этого будут даны. Что необходимо вот, из инструментов иметь? Да? Соответственно, персональный компьютер, интернет, сканер, принтер, ну и в обязательном порядке смартфон с установленным приложением международного автоклуба. Для чего это нужно? Для того, чтобы просто на улице где-то предложить абсолютно любому человеку, с которым вы входите в контакт, вы люди все очень коммуникабельные, я это точно знаю, вот, предлагаете тариф по программе мобилизации, то есть выгодный тарифный план со скидкой, да еще и с кэшбэком. Если человек действительно заинтересован и он хочет у вас приобрести эту сим-карту, у вас с собой в папке может быть договор, и в мобильном приложении вы просто-напросто через мобильное приложение регистрируете его как пользователя. То есть самый основной критерий. Сим-карту можно продать любому, но зарегистрировать его как пользователя, потому что кэшбэк будет начисляться непосредственно на его логин. То есть, как пользователя вы регистрируете человека, под вами создается, ну вы все это знаете, прописывается логин, да, то есть он не является ни потребителем, ни партнером, вот, ни VIP-партнером, просто пользователь. И при начислении ему кэшбэка вы опять же будете с этого по маркетингу второму зарабатывать. А потом уже далее вы сможете его контакт преобразовать в партнера, когда у него накопится сумма. И то есть дальше уже с ним прорабатывать, говорить, что связаться с ним и сказать, что вот, уважаемый, у вас там уже сумма скопилась кэшбэка, для того, чтобы ее вам снять оттуда, вам необходимо пройти простую регистрацию. В автоклубе дополнительно вы получаете рассказывать об автоклубе, обо всех преимуществах, что он сможет экономить не только по мобильной связи, например, по интернет-магазинам он может получать выгоды, по наземным бизнесам, да, которые у вас подключены в дисконтную систему. Вот, и плюс доступны будут ему различные программы, о которых вы все знаете, да, Академия красоты и здоровья там, и так далее. Далее. Здесь все понятно, да? Размещение предложения на SP Market. Мы буквально вчера немножко изменили сам момент и сам критерий. Сейчас расскажу. В SP Market каждому агенту, которого подтвердил лидерский совет города, будет автоматически открыт доступ к SP Market. То есть не нужно проходить обучение, подавать заявку на SP Market. Автоматически доступ открывается. Вот вашу кандидатуру подтвердили, мы в мобилизацию передали ваш, получается, ваши данные, и параллельно мы в SP Market вам открываем доступ. Вы можете в разделе агентам по мобильной связи предложение свое выложить, да, показать его, и это будет очень просто сделать, потому что все это мы сделаем и реализуем так, как мы реализовали по Академии красоты и здоровья, вот именно в СПшке. Будет уже готовая платформа, готовые предложения. Вам нужно будет просто-напросто ввести все свои личные данные как организатору, и все. И иногда желательно там с периодичностью раз в день заходить в SP Market и посмотреть, приобрел ли какой-либо партнер у вас в SP Market сим-карту. Вот и все. То есть сделал ли на нее заявку, написал ли вам какое-либо сообщение. То есть вам не нужно будет описывать тарифы и так далее. Все это мы сделаем за вас. Все это будет в разделе обучения, все это будет показано, что вам нужно сделать.
Там автоматически будет формироваться предложение. Вот, вы просто свои личные данные вводите в СПшку, как с вами связаться. Вот, и все. И у вас предложение параллельно в СП-маркете есть. Важно, предложения, которые не будут соответствовать требованиям инструкции, будут удаляться. Это в том случае, если вы сами там решите что-то дополнить, добавить и так далее. Да, все какие-то добавления, дополнения необходимо проговаривать со мной. Вот, но вам не нужно будет этого делать. Там все будет, информация вся полная будет, да, и полностью соответствовать предложению самого оператора. Инструкция по заполнению будет в разделе «Агенты по мобильной связи», в разделе «Обучение». Далее. Доступ к программе «Активатор SIM». Вам, как агенту, нужно будет, первое, заполнить договор, который будет у вас в бумажном виде, да, и внести данные абонента будущего, покупателя сим-карты, в программу «Активатор SIM». Это очень простое действие, то есть для того, чтобы зарегистрировать его, получается, вот в биллинговой программе. Вот. Доступ к этой программе вам обеспечит компания «Мобилизация», ООО «Мобилизация». Подробная инструкция работы в данной программе вам будет отправлена представителем мобилизации и описана в разделе «Обучение» также, продублированная. Там все просто делается, открываете окошко, перед вами появляется поле, где нужно внести тот номер телефона сим-карты, который вы реализуете. Вот, нажимаете кнопку «Далее» и заполняете паспортные данные человека, который у вас приобретает сим-карту. То есть прям с паспорта. Сканируете на сканере паспорт его, прикрепляете фотографии сканированных страниц, сканированную страницу договора также, и все, и отправляете это путем нажатия соответствующей клавиши. Все, сим-карта его активируется. Все просто. Договора по реализации сим-карт. Данные договора вам будут отправляться также о мобилизации. Ответственность за их заполнение вы на себя берете. Корректное заполнение, без ошибок. Своевременная отправка договоров обратно. То есть вы договор заполнили, он самокопирующийся. Один лист отдали непосредственно абоненту, второй лист у себя храните, пока к вам не приедет курьер и не заберет для дальнейшей отправки в архив данные договора. Курьер будет заказан именно компанией «Мобилизация». Подробная инструкция также будет в обучении. Далее, отправку сим-карт агенту осуществляет о мобилизации. Те агенты, с которыми мобилизация уже связалась, мы подтвердили на сегодняшний день порядка 35 человек, уже передали в мобилизацию. Дмитрий с вами связывается. Вы запрашиваете у него сим-карты. 20 сим-карт, 30, 50. Вот. Стоимость одной сим-карты для вас 100 рублей. И вы реализуете сим-карту также за 100 рублей. В СП-маркете у вас могут партнеры покупать по 100 рублей за сим-карту. Вот на улице человеку какому-либо вы можете ее продать, реализовать также 100 рублей. Для чего нужны эти 100 рублей? Для того, чтобы 80 из них сразу вернулось. Первое, это партнеру, который у вас ее реализовывает, сим-карту у вас партнер реализовывает, ему возвращается 80 рублей. Вот. И второе, по маркетингу второму. Вот. И второе, 20 рублей, они уходят как раз таки на, они уходят в мобилизацию, на вот услуги этих курьеров и так далее. Да? То есть они уходят в систему. При заказе сим-карт, пожалуйста, пополните счет личного кабинета в соответствии с количеством заказа. То есть одна сим-карта 100 рублей. Если вы запрашиваете сим-карты на вашем, на сайте Международного автоклуба в вашем личном счете 0, да, или, не дай бог, минус, то вам сим-карты высланы не будут. С вами свяжутся и попросят пополнить счет. Вы пополняете в соответствии, да, пропорционально. 10 сим-карт заказываете, 1000 рублей, будьте добры, пожалуйста, положите на счет.
Вот. Вы эти 10 сим-карт реализовываете, вам это же 1000 возвращается, только она возвращается разными способами. Либо наличными деньгами у вас покупают в офисе там, да, или где-то, либо в Аспомаркете вам оплачивают. То есть вам эта 1000 в любом случае обратно вернется. Сумма на личном счете списывается при заказе сим-карты. Сим-карту заказали, сим-карты, вот, и деньги списываются с вашего личного счета. Сим-карты к вам приходят. Дополнительная инструкция будет также описана в разделе обучения. Ну, в принципе, вот я все, что проговариваю, там больше ничего, как бы, никакой информации не будет, да, вот, все в рамке, все вот в этих рамках. Весь порядок отчетности будет доступен в разделе обучения. Важно в отчетности это своевременность и точность. Значит, отчетность, что это такое? Вы реализовали сим-карту сегодня, например. Там две сим-карты реализовали. Вам необходимо будет простейшую табличку экселевскую отправить Дмитрию в мобилизацию на его электронную почту. Именно о реализации данных сим-карт. Вот. То есть формат это логин человека, который вы его, на которому вы реализовали сим-карту, его фамилия, имя, отчество, номер сим-карты, да, и, ну, то есть там еще одно дополнительное поле. Дмитрий вам эту табличку вышлет. И, соответственно, договор это тоже отчетность, вы храните его у себя. Вот. Затем для того, чтобы передать курьеру. Значит, ответственность за данное направление я. Вот. Все вопросы по мобилизации, абсолютно все, как стать агентом, как заказать и так далее, да, задаете на электронную почту admin@автоклаббиз. И если какие-то вопросы еще есть, связывайтесь по номеру 8 800 234 6064. То есть это служба технической поддержки. У нас техподдержка работает оперативно, круглосуточно, но я подчеркиваю, по вопросам мобилизации, если вам нужна устная информация какая-то, да, если вам нужно по телефону связаться, то желательно звонить с 6 утра по Москве и до 16 часов по Москве. Вот. Или написать на электронную почту свой вопрос, вам с удовольствием и очень быстро на него ответят. И также, когда у нас первые агенты закажут, будет создан чат в скайпе, как мы создали чат департамента развития в скайпе, как мы создали, получается, чат организаторов SP-Market, да, также будет у нас создан чат для агентов по мобильной связи, где будут оперативно на какие-то вопросы, то есть обсуждения будут идти, Дмитрий будет в этом чате, вот, будем давать ответы сразу, чтобы у нас не было так, что какой-то вопрос срочный появился, да, и он где-то в воздухе повис, вы ждете ответа. То есть чат у нас будет, обязательно туда будут добавляться именно те партнеры, которым реально высланы сим-карты уже, то есть уже реальные агенты. Вот всех подряд в этот чат мы не будем добавлять, потому что получится бардак. Вот как у нас вот по марафону у нас чат есть и так далее. Вот, и по департаменту развития, да, много лишней информации. Вот. Теперь на вопросы давайте я отвечу, на какие компетентен ответить. И Дмитрию слово передаю. Так, Татьяна спрашивает, Сергей, у человека 3 сим-карты и более 600 контактов. Зачем ему менять номер? Вопрос не понял. Далее. Пользователь в кабинете будет видеть свой кэшбэк. Пользователь в кабинете кэшбэк свой будет видеть, вы сможете ему показать в дальнейшем. То есть человек в системе зарегистрирован, но он ему, пользователю, доступны будут несколько предложений дисконтной системы, интернет-магазина, то есть он сможет покупать в интернет-магазинах, получать, да, но кэшбэк он вывести не сможет, пока он не войдет в партнерку. Вот. Со скольки лет можно стать агентом? Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Не знаю, со скольки, думаю, с 18. Так, далее.
когда будет размещено в СП. Вот сейчас уже можете заказывать сим-карты, даже если у вас в СПшке ничего не... То есть СПшка у нас сейчас не заполняется, потому что у нас программисты, мы хотели прям буквально вчера уже разместить систему обучения в СП-маркете, но решили, что мы будем делать аналогично Академии красоты и здоровья. То есть будут вот R-знаки и так далее, да? И чтобы вы не сами заполняли все это, а система за вас это делала. Вы просто вносили свои личные данные и все. То есть упростили систему полностью. Вот, заказ сим-карт не будет привязан к СПшке, то есть вы просто-напросто заказываете сим-карты, на вашем личном счете деньги списываются за заказанные сим-карты. Вот, в СПшку СПшка заработает у нас ориентировочно с середины следующей недели. То есть мы просто скопируем блок Академии здоровья и перепишем все под мобилизацию. Вот. Дальше. Вопросы опять. Так. Как, например, в городе 100 агентов. Клиент, зайдя в СП-маркет, будет видеть все 100 одинаковых предложений. Верно, верно. По теплому контакту ориентирует агент именно ссылкой на свое предложение. Да, любой пользователь, зайдя в СП-маркет и по мобильной связи, он сможет реально увидеть столько агентов, сколько будет там, да, то есть и приобрести у того, кто его проконсультировал. Это забота уже самого агента сориентировать на себя. Так, Калининград. Дмитрий, по Калининграду ответьте, не знаю. Так, а если с телефона отправлять сканы паспортов? Гульбади спрашивает. Дмитрий, ответьте на этот вопрос. Я думаю, что это неприемлемо. Так, вот, Нина, мне вернулось не 80, а 42. Верно. По маркетингу 2 вам возвращается кэшбэк. А? То есть так, как вы покупаете в интернет-магазинах или еще где-то. Распределяйся маркетингом вверх. Понимаете, на чем я говорю? То есть не полностью сумма, все 7%, да, будут перечисляться вот именно на счет абонента, а согласно маркетингу второму. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы также получали с тех партнеров, которые на 9 уровней ниже вас зарегистрированы под вами, да, чтобы вы также имели с них доход. Это маркетинг второй. Вот, у нас международный автоклуб. Вот, у нас работает маркетинг второй. Мы делаем для того, чтобы максимально сеть видела кэшбэки, стимулировалась на приобретение данных предложений, и тем самым кэшбэк рос у всех. Если только на себе зациклят все, да, кто-то один будет много получать, кто много разговаривает, а кто потратил столько же на приобретение сим-карты, да, и разговаривает мало, либо тариф у него невыгодный, да, он будет получать меньше. Вот, другие никто не будет видеть, сколько там, какие кэшбэки возвращаются и так далее. То есть стимула не будет никакого. Вот Дмитрий ответил, с 18 лет можно стать агентом. Так. Сим-карта ведь с новым номером. Да, сим-карта с новым номером. По замене сим-карт также Дмитрий ответит. Так, СП у меня есть, сим-карта заказала, когда у меня появится. Алла Гильдерман, завода Уковск. Вот сейчас Дмитрий все это расскажет. Смотрите, алгоритм такой. Агент подтвержден. Мы еще раз повторяем, мобилизации передаем список данных подтвержденных агентов. Если вы отправили заявку на агентство, вы можете сами позвонить в службу техподдержки, либо написать на почту админ автоклаб биз вопрос, да, подтвердили меня или нет. То есть вы сами позаботьтесь об этом. Вот, подтверждаем в течение, ну, максимум это 2 суток, 2-3 суток. Вот, то есть техподдержка связывается с лидером, да? Как только подтверждение пришло, ваш контакт, мы передаем мобилизацию, и вы уже запрашиваете на себя сим-карты. Дмитрий с вами, сейчас он проговорит алгоритм, да? Дмитрий с вами связывается, вы сим-карты у Дмитрия запрашиваете. Вот, мобилизация нам дает обратную связь, что такой-то агент запрашивает столько карт. Техподдержка списывает с личного счета пропорционально заказанным сим-картам сумму. Вот. В мобилизацию передаете данные очень оперативно, все это в течение часа делается. Вот, и мобилизация уже вам данные сим-карты отправляет, например, да? Вот, я в принципе все сказал. Сейчас передаю слово
Так, подождите, еще вот Игорь Маслов. Если партнер привлек клиента, не будучи агентом, привел к агенту, как распределяется кэшбэк? Игорь, смотрите, вы давно в автоклубе, у меня вопрос к вам. Смотрите, получается как, если вы привели клиента, то есть данный клиент под вами, правильно? Вы его зарегистрировали, может быть, как пользователя, может быть, как партнер он под вами, да, как потребитель. Клиент будет тратить деньги на мобильную связь, а вы будете получать с него кэшбэк. А агент будет получать дополнительно 1% с потраченной суммы кэшбэка, то есть с возврата кэшбэка от этого абонента. Понятно, нет? То есть вы привели к агенту абонента будущего, абонента под вами зарегистрирован, он будет получать кэшбэк, вы по маркетингу второму будете получать, соответственно, сумму с него, да, а агент будет дополнительно 1% с размера его кэшбэка получать себе. Вот так вот.